беседа 64, 19:27. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?“» Что это значит, блаженный Петр? Оставили все. Удочку, сети, корабль, ремесло. Это ли разумеешь ты под словом «все»? «Да», — отвечает он, — «но нечистолюбие заставляет меня говорить так. Я хочу этим вопросом обратить людей бедных к Господу, так как Господь сказал, что если хочешь быть совершенным, то продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. То чтобы кто из бедных не спросил: „Что же, если у меня нет имения, значит, я и не могу быть совершенным“?» Для того Петр предлагает вопрос свой Иисусу, чтобы ты, бедный, знал, что бедность твоя немало не вредит тебе. Петр спрашивает для того, чтобы не от Петра узнал ты истину. И сомневался, он и сам тогда был еще несовершен, не имел духа. Но чтобы получить ответ от учителя Петрова, и был твердо уверен в ней. Как поступаем и мы, когда предлагаем мнение других, часто усвояем их себе. Так поступил и апостол. Он вместо всей вселенной предложил Иисусу этот вопрос. Свою участь он знал ясно, как это видно из того, что о нем было прежде сказано. Получивший еще не на земле ключи Царства Небесного, он тем более мог быть уверен в наследии благ. Но смотри, с какой точностью отвечает он на требования Христова. Христос требовал от богатого двух вещей: чтобы он отдал имение свое нищим и чтобы последовал за ним. Поэтому и апостол указывает на эти же два действия. На оставление имения и последование за Иисусом. «Вот мы, — говорит он, — оставили все и пошли вслед тебя». Оставление всего было нужно для последования. Последование через оставление сделалось удобнее. И за то, что они оставили все, были исполнены надежды и радости. Что же отвечает Христос? «Истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Итак, что же? И Иуда будет сидеть на престоле? Нет. Как же Христос говорит: «Вы сядете на 12 престолах»? Как обещание это исполнится? Внимай, как и каким образом. Бог дал закон через Иеремию пророка, возвещенный иудеям и гласящий: «Если я человека, на какое царствовали, скажу, что искореню и разорю, если обратится тот народ от лукав своих и раскается о своих озлоблениях, которые я навести хотел на него, и я не наведу. По тому же закону поступаю я, — говорит он, — и с добродетельными, хотя я обещаю воссоздать их, но если они окажутся недостойными этого обещания, то я не исполню его». Так случилось с человеком первозданным. «Трепет и страх, — сказал Господь, — будет на всех зверях земных перед тобою». Но этого не исполнилось, так как человек сам себя показал недостойным такой власти. Так точно и Иуда. Но чтобы они, одни устрашенные приговором наказания, не предались отчаянию, еще более не ожесточились, а другие, надеясь на обещание благ, не сделали совершенно беспечными, ту и другую болезнь он врачует выше упомянутым образом, как бы так говоря: «Буду ли я угрожать тебе казнью, не отчаивайся, потому что ты можешь покаяться и уничтожить мое определение, как сделали ниневитяне. Буду ли обещать какое-либо благо, не ослабевай, надеясь на обещание, потому что если ты окажешься недостойным, то мое обещание не только не принесет тебе никакой пользы, но еще увеличит твое наказание. Я обещаю награду только достойному». Вот почему и тогда, беседуя с учениками своими, он не без условия дал обещание и не сказал просто «вы», но присовокупил еще «шедшее за мною», чтобы и Иуду отвергнуть, и тех, которые после имели обратиться к нему, привлечь. Эти его слова относились не к ученикам одним и не к Иуде, который впоследствии времени сделался недостойным его обещания. Итак, ученикам Господь обещал дать награду в будущей жизни, говоря: «Сядете на 12 престолах», потому что они уже находились на высшей степени совершенства, и никаких земных благ не искали, а другим обещает
и настоящее благо. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или землю ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Чтобы некоторые, слыша слово «вы», не подумали, что сподобится в будущей жизни величайших и первых почестей предоставлено одним ученикам. Он продолжил речь и распространил свое обещание на всю землю, и, обещая настоящее благо, уверяет в будущих. Господь и с учениками вначале, когда они еще были несовершенны, начал беседу свою представлением настоящих благ, когда именно он призывал их к себе от моря и отвлекал от их ремесла и повелевал оставить корабль. Он упоминал не о небесах, не о престолах, но о настоящих вещах, говоря: «Сделай вас ловцами человеков». Но когда возвел их на высшую степень совершенства, тогда говорит уже и о небесных благах. 652. Но что значит слова «будете судить 12 колен Израилевых»? То, что они осудят их, и апостолы не будут сидеть как судьи. Но в каком смысле сказал Господь о царице Южной, что она осудит род тот, и о ниневитянах, что они осудят их? В том же говорит и о апостолах. Потому и не сказал судить языки и вселенной, но колен Израилевых. Иудеи были воспитаны в тех же самых законах и по тем же обычаям, и вели такой же образ жизни, как и апостолы. Поэтому, когда они в свое оправдание скажут, что мы не могли уверовать во Христа, потому что закон воспрещал нам принимать заповеди Его, то Господь, указав им на апостолов, имевших один с ними закон, и однако же уверовавших, всех их осудит, как о том и раньше сказал: «Посему они будут вам судьями». Что же скажешь ты великого в его обещаниях, если апостолы будут иметь то же, что имеют и невитяне, и царица южная? Но он еще прежде обещал, и много других наград и после обещает. Не в этом одном только их награда. Впрочем, и в этом обещании заключается нечто большее, перед тем, что сказано о невитянах и царице южной. А последний Господь сказал просто: «Мужи Ниневии восстанут и осудят род сей, и царица южная осудит». А апостолах не говорит так просто, но сказал: «Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, тогда и вы сядете на 12 престолах», показывая этим, что и они вместе с Ним будут царствовать и участвовать в той славе. «Если терпим, — говорит апостол, — то с Ним и будем царствовать». Престолы не означают седалище, так как Он один есть сидящий и судящий, но ими означается неизреченная слава и честь. Итак, апостолам обещал Господь эту награду, а всем прочим – жизнь вечную и стократную мзду здесь. Но если все прочее, то тем более апостолы должны получить возмездие и там, и в здешнем веке. Так и сбылось. Оставив уду и сети, они имели во власти свои имущества всех людей, их домы, поля и даже самые тела верующих. Многие готовы были даже умереть за них, как свидетельствует о том Павел, говоря: «Если было бы возможно, вы исторгли бы очи ваши и отдали бы мне». Далее словами: «Всякий, кто оставит жену, Господь не внушает того, чтобы без причины были расторгаемы браки, но, как говоря о душе, что погубивший душу свою ради меня, тот сохранит ее». Говорил это не для того, чтобы мы убивали самих себя и тотчас разлучали душу с телом, но для того, чтобы предпочитали всему благочестие. Так и здесь того же требует он, повелевая оставить жену и братьев. Мне кажется также, что он говорил здесь еще и о гонениях. В то время многие отцы детей своих и жены мужей своих привлекали к нечестию. «Итак, когда они от вас требуют этого, — говорит Господь, — оставьте и жену, и отца», о чем и Павел говорит. «Если же неверный желает отойти, то пусть разлучается», возвысив таким образом апостолов и утвердив их в надежде награды, определенной и им самим, и всей вселенной, Господь присоединил: «Многие будут первые последними и последние первыми». Слов этих нельзя ограничивать некоторыми только лицами. Они относятся ко многим и другим. Впрочем, в них говорится и о верующих,
и о непокорных фарисеях, как и прежде о них же говорил Господь, что многие от востока и запада придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом, а сыны царствия будут изгнаны вон. Потом Господь предлагает и притчу, что побудить к большей ревности тех, которые обратились к Нему после другого. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышел около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище, праздно. И им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец вышел около одиннадцатого часа. Он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорили ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату на час с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома. И говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых и мало избранных». Что значит эта притча? 654. Сказанное в начале не согласно с тем, что говорится в конце ее, но открывает совершенно противное. В ней Господь показывает, что все люди получают равные награды, а не говорит того, что одни изгоняются, а другие вводятся. Но прежде этой притчи и после нее он говорит противное: многие будут первые последними, последние первыми. То есть последние будут выше и самых первых, которые уже не будут первыми, но сделаются последними. А что таков действительно смысл этого изречения, это видно из присоединенных к нему слов. «Ибо много званых, но мало избранных», которыми Господь вместе и первых укоряет, и последних утешает, и ободряет. Но притча не то говорит. В ней говорится только, что последние равны будут мужам уже испытанным и много трудившимся. «Равным, — говорит, — женам сделал». Итак, что же значит эта притча? Нужно прежде объяснить ее, и тогда мы разрешим указанное противоречие. Виноградом называется в ней повеление и заповеди Божии, временем делания — настоящая жизнь, а делатели — те, которые различным образом призываются к исполнению заповедей Божиих. Утро же, 3, 6, 9, 11 час, означает различные возрасты пришедших и получивших одобрение за труды свои. Но главное дело состоит в том, те первые, которые столько прославились и угодили Богу, и весь день с особенной ревностью провели в трудах, не заражены ли сильнейшей страстью злобы, зависти и недоброжелательством? Видя, что и пришедшие после них получили такую же награду, они говорили: «Эти последние одни час трудились, и ты приравнял их к нам, которые перенесли тяготу дня и жар». Так они, не потерпев никакого убытка и получив сполна свою награду, досадовали и негодовали на то, что другие пользуются благами, а это происходило от зависти и недоброжелательства. Но что всего важнее, сам домовладыка, защищая их и оправдывая свой поступок перед человеком, говорившим ему, обвиняет его в злобе и крайней зависти. Итак, чему научают нас такие притчи? Не в этой только, но и в других притчах тоже можно видеть. Так, например, и добрый сын впал в такую же душевную болезнь, когда увидел, что блудный брат его удостоился великой чести, и даже больше, нежели он. Как последним делателям винограда большая честь была оказана тем, что они первые получили награду,
так и блудному сыну обилием дарован даров сделано было предпочтение, о чем свидетельствует сам добрый сын. Что же следует сказать? То, что в Царстве Небесном нет ни одного человека, который бы производил такие споры и жалобы, и быть не может, потому что там нет места ни зависти, ни недоброжелательству. Если святые в настоящей жизни полагают души свои за грешников, то, видя их там, наслаждающихся уготованными благами, они тем более радуются и почитают это собственным блаженством. Итак, для чего Господь в таком образе предложил слово свое? Это притча, а в притчах не нужно изъяснять все по буквальному смыслу. Но узнавши цель, для которой она сказана, обращать это в свою пользу и более ничего не испытывать. Для чего же так изображена эта притча? И какая цель ее? Та, чтобы соделать ревностнейшими людей, которые в глубокой старости переменяют образ жизни и становятся лучшими, и чтобы освободить их от того мнения, будто они ниже других в Царстве Небесном. Потому-то Господь и представляет, что другие с огорчением смотрят на их благо, не для того, чтобы показать, будто они истаивают от зависти и терзаются, нет, но чтобы уверить, что и поздно обратившиеся удостоятся такой чести, которая может породить в других зависть. Так часто делаем и мы сами, говоря, «Он меня обвиняет за то, что я тебя удостоил такой чести». И говорим так не потому, чтобы в самом деле кто-либо обвинял нас, или чтобы нам хотелось оклеветать кого, но чтобы показать этим величием дара, коего другой удостоился. Но почему он не всех вдруг нанял? Насколько мог всех, а что не все вдруг его послушались, это зависело от воли званых. Поэтому он одних утром, других в третьем, иных в шестом, иных в девятом часу призывает, а некоторых даже в одиннадцатом, смотря по тому, когда кто готов был повиноваться ему. Это объясняет и Павел, говоря, «Бог благоволил избрать меня от чрева матери моей», Галатам 1.15. Но когда благоволил? Тогда, когда он готов был повиноваться. Сам Бог хотел этого от начала, но так как Павел не послушал бы его, то он тогда благоволил призвать его, когда последний сам готов был покориться ему. Так призвал он и разбойника. Мог и прежде призвать его, но тогда он не послушал бы его. Если Павел не послушал бы его сначала, то тем более разбойник. Что же касается до слов «делателей», «никто нас не нанял», то уже я сказал общую мысль, что не на все в притчах должно обращать внимание. А здесь это не нужно и потому, что говорящим представляется не сам домовладыка, но трудившийся. Он же не обличает их для того, чтобы не привести их в сомнение, но привлечь к себе. А что он звал всех, кого мог, в первом часу, это видно и из самой притчи, где сказано, что он с утра вышел нанять. 656. Итак, из всего видно, что притча эта сказана как для тех, которые в первом возрасте жизни своей, так и для тех, которые в старости и позже начали жить добродетельно. Для первых, чтобы они не возносились и не упрекали тех, кто пришел в одиннадцатый час. Для последних, чтобы они познали, что и в короткое время можно все приобрести. Так как раньше Господь говорил о великой ревности, об оставлении имений, о пренебрежении всего находящегося на земле, а для этого потребно великое мужество и юношеская ревность, то чтобы возжечь в слушателях пламень любви и волю соделать твердою, он показывает, что и после пришедшие могут получить награду за целый день. Этого, впрочем, он не говорит, чтобы они опять не возгордились, но показывает, что все зависит от его человеколюбия, по которому и они не будут отвергнуты, но будут удостоены вместе с другими неизреченных благ. И это-то составляет главную цель настоящей притчи. И далее он присовокупляет, так многие последние будут первыми, а первые последними, ибо много званых, но мало избранных. То не удивляйся этому. Это он высказывает не как заключение, выведенное из притчи, а утверждает лишь то, что так сбылось одно, так сбудется и другое. Здесь первые не сделались последними,
Но все получили одну награду, сверх всякой надежды и ожидания. Но как здесь сверх чаяния и надежды сбылось то, что последние сравнялись с первыми, так сбудется еще большее и удивительнейшее. То есть, что последние окажутся впереди первых, а первые останутся за ними. Итак, одно выражает притча, другое – послесловие. Кажется мне, что он указывает здесь на иудеев и на тех из верных, которые, просияв сначала добродетелью, после ней вознеродели и опять обратились к пороку, равно как и на тех, которые, удалившись от беззакония, многих превзошли добродетелями. И действительно мы видим, что такие перемены случаются и в вере, и в образе жизни. Потому, умоляю вас, будем прилагать великое старание о том, чтобы нам пребывать в правой вере и вести жизнь добродетельную. Ежели мы с верой не соединим достойной жизни, то подвергнемся жесточайшему наказанию. Это подтвердил блаженный Павел опытом древних времен, когда он, говоря о израильтянах, что все пили одно и то же духовное питье, ели одну и ту же духовную пищу, присоединяет далее, что они не спаслись, ибо поражены были в пустыне. И сам Христос в Евангелии подтвердил тоже, когда сказал, что некоторые люди, изгонявшие бесов и пророчествовавшие, осуждены будут на казнь. Да и все притчи его, как-то притча о девах, о неводе, о терне, о древе, не приносящем плода, требуют, чтобы мы были добродетельны на деле. О догматах Господь редко рассуждает, так как верить им нетрудно, но о жизни добродетельной очень часто, или лучше сказать всегда, так как на поприще ее предстоит всегдашняя брань, а потому и труд. И что я говорю о совершенном пренебрежении добродетели? Даже не родение, а малейшая часть ее подвергает великим бедствиям. Так небрежение подаяния милостыни ввергает небрегущего о том в гиенну, хотя это не вся добродетель, а только часть ее. И однако девы за то, что не имели этой добродетели, были наказаны, и богач за то же страдал в пламени, и все те, которые не напитали алчущего, осуждаются с дьяволом. Равным образом и не укорять других есть малейшая часть добродетели. Однако же, кто ее не исполняет, тот изгнан будет из царствия. Сказавший брату своему, говорит Писание, безумный повинен будет гиене огненной. И целомудрие опять есть часть добродетели. Но без нее никто не увидит Господа. Писание говорит, что мир имеете и святость со всеми, без которых никто не увидит Господа. Смиренномудрие есть та же часть добродетели, но если бы кто другие добродетели исполнил, а этой не соблюл, тот не чист перед Богом. Это показывает пример фарисея, который был украшен многими добродетелями, но гордостью погубил все. Я еще гораздо более скажу, не только пренебрежение одной какой-нибудь добродетели заключает для нас небо, но хотя бы мы исполнили ее, но не с должным тщанием и ревностью, и это производит такие же следствия. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное, говорит Христос. Потому, если ты и милости не подаешь, но не более той, какую они подавали, то не войдешь в Царствие. Как же великую милостыню, спросит кто-либо, они подавали? Я и сам хочу говорить теперь об этом для того, чтобы не дающих милостыню побудить к подаянию ее, а дающих предохранить от высокомерия и заставить подавать еще более. Итак, что фарисеи давали? Они давали десятину от всего имущества, еще другую десятину, и сверх того еще и третью, так что отдавали почти третью часть своего имения. Ведь три десятины составляют почти третью часть всего имения. Сверх того они приносили еще начатки первородных животных и много других жертв, каковы, например, жертвы о грехе, очищении, жертвы, совершаемые при праздниках, во время юбилея, при оставлении долгов, при отпущении рабов и при займах без роста. Если же дающий третью часть имений своих, или лучше половину, эти приношения, взятые вместе с десятиной, составляют половину. Если говорю, дающий половину не делает ничего великого, то чего будет достоин тот, кто не подает и десятины?
«Справедливо поэтому сказал Господь, что немногие спасутся». 658. Итак, приложим попечение добродетельной жизни. Если ни родение об одной какой-либо добродетели влечет за собой такую погибель, то как избежим мы наказания, когда будем подлежать осуждению за нерадение о всех? Каких не потерпим мучений? Какая же после этого, скажут, остается нам надежда спасения, когда все вышесказанное, каждое в отдельности, угрожает нам гиенною? И я говорю тоже. Впрочем, если мы будем внимательны, то можем спастись, уготовляя врачество милостыни, исцеляя им раны. Подлинно, не столько елей укрепляет тело, сколько человеколюбие укрепляет душу и соделывает ее ничем непобедимою и неуловимой для дьявола. За что бы он ни взял ее, она тотчас ускользает от него. Милосердие, как елей, не попускает, держась в руке его на хребте нашем. Итак, будем чаще намощать себя елеем этим. Он основание здравия, источник света и причина веселья. Но иной скажешь, что и столько-то и столько имеет талантов золота, ничего не подает. А что тебе до того? Тем более будешь иметь похвалы ты, когда при своей бедности будешь еще щедрее его. Так хвалил македонян Павел не за то, что они подали помощь, но за то, что подали ее, находясь в бедности. Итак, не на других взирай, но на общего всех учителя, который не имел где головы подклонить. Но почему же, скажешь ты, такой-то и такой-то этого не делают? Не суди другого, а себя самого избавят осуждения. Ты еще большему подвергнешься наказанию, когда и других будешь порицать, и сам не будешь делать, когда, осуждая других, и сам будешь повинен тому же суду. Если и тем, которые сами исполняют свои обязанности, не дано право судить других, то тем более нарушающим их. Итак, не будем осуждать других и не будем смотреть на ленивых, но посмотрим лучше на Господа Иисуса и возьмем пример с Него. Я ли тебя облагодетельствовал, я ли искупил тебя, чтобы ты взирал на меня? Нет, есть другой, все это тебе даровавший. Для чего же ты, оставив владыку, смотришь на подобного тебе раба? Или ты не слыхал, что он говорил? Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И еще кто хочет быть из вас первым, да будет всем слугою. И еще, так и Сын Человеческий не пришел, чтобы ему служили, но послужить. Кроме того, чтобы ты, соблазняясь примером ленивых рабов, подобных тебе, не проводил жизнь в праздности, он, отклоняя тебя от этого, и говорит: «Образ себя дал вам, чтобы как делаю я, так и вы творили». Ты не имеешь никакого учителя добродетели между людьми, живущими с тобою, который бы мог тебя в этом деле руководствовать. Но тем более тебе будет похвалы, более славы, что ты и без учителей соделался достойным славы. А достигнуть этого мы можем весьма легко, если захотим. В том удостоверяет нас достигшие такого совершенства праотцы наши, как-то Ной, Авраам, Мельхиседек, Иов и другие, подобные им. На них-то и должны мы всякий день взирать, а не на тех, кому вы не перестаете завидовать и о ком говорите в ваших собраниях. Я только и слышу повсюду такие разговоры, что такое-то получил во владение столько-то и столько-то десятин земли, такой-то богатеет, тот-то строит домы. Для чего ты занимаешься внешним, о человек? Для чего смотришь на других? Если хочешь смотреть на других, то смотри на тех, которые живут добродетельно и честно, которые ревностно исполняют весь закон, а не на тех, которые притыкаются и живут бесчестно. Если ты будешь смотреть на последних, то получишь от этого много зла, впадешь в леность, в гордость и станешь осуждать других. А если будешь исчислять живущих добродетельно, то приобретешь смиренно мудрее, старание, сокрушение сердца и другие бесчисленные блага. Внемли, как пострадал фарисей за то, что, оставивши добрый, смотрел на грешного. Внемли и бойся. Смотри, как прославился Давид, потому что взирал на предков своих, добродетельно живущих. Странник я и пришлец на земле, как и все отцы мои, говорил он.
и он, и все подобные ему, оставя грешных, помышляли о мужах, прославившихся добродетелью. Поступай ты так. Тебя никто не поставил судьей чужих проступков или исследователем чужих грехов. Ты должен судить себя самого, не других. Если бы, говорит апостол, судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа. А ты извратил этот порядок. От себя ни в великих, ни в малых прегрешениях не требуешь никакого отчета. А в других всякое прегрешение тщательно замечаешь. Итак, не будем же более делать так, но оставив такой беспорядок, поставим судилище в нас самих для суждения о своих грехах. Сами будем и обвинителями, и судьями, и наказателями своих проступков. Если же хочешь испытывать и дела других, то рассматривай добрые дела их, а не грехи, что побуждаясь и воспоминанием о своих согрешениях, и ревностью к подвигам других, и представлением нелицеприятного суда, нам ежедневно наказываться совестью, как неким бичом, и таким образом преуспевая в смиренном мудрии и рвении, достигнуть будущих благ, благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому со Отцом и Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.